Гуруизм. Гуруизм – это, наверное, самая вредоносная вещь в Ананда-марге, отравляющая все то хорошее, что она может дать человеку. Абсолютно в каждый элемент блага впрыскивается яд гуруизма, отчего он становится отравленным и приносит больше вреда, чем пользы. Во-первых, что я называю гуруизмом? Гуруизмом я называю такое поклонение гуру, когда имеется неоспоримое подчинение его авторитету, а также его обожествление. Эти два явления неизменно ведут к деформации личности, очень сильному искажению адекватного мировосприятия, а также духовной деградации. В этой части я раскрою все это постепенно, одновременно рассказывая свой опыт гуруизма в Ананда-марге. Ананда-марга полностью строится на гуруизме. Там это называется Бхакти-йога. Что же такое Бхакти-йога в философии Ананда-марги? Бхакти-йога – это любовь к высшему сознанию, Парама-пуруша, Богу. Как же получается, что любовь к Богу превращается в поклонение гуру? Очень просто. Дело в том, что в Ананда-марге есть концепция Тарака-брахмы. Тарака-брахма – это Бог, воплощенный в теле гуру. Не путать, пожалуйста, с человеком, получившим духовную реализацию. Это именно Бог, воплотившийся в человеческом теле. Таким Богом в Ананда-марге считают Бабу. Всего в мире, согласно философии Ананда-марги, было три Тарака-брахмы. Шива – 7000 лет назад. Кришна – 3500 лет назад. И Баба – 100 лет назад. Это прямой ответ на то, почему вам стоит поклоняться именно этому гуру, а не какому-то другому. Только Баба есть воплощенный в теле Бог, воплощенное высшее сознание. Все остальные гуру не являются тарака-брахмами, то есть не являются воплощенным Богом, и поэтому они являются гуру более низкой категории или вообще фейк-гуру, то есть подделками. Поэтому в Ананда-марге существует очень удобный механизм поклонения. Можно брать любую информацию откуда угодно, это совершенно не запрещается. Хотя сватхияи, обязательный пункт ниямы, является именно чтение книжек Бабы, а не любых других. Потому что информация не обремлена личностью. Она просто носит с собой тамасичные, раджасические и сатвичные идеи, и кто угодно может ее сказать, это отражается в знаменитом высказывании Бабы, что, мол, если ребенок скажет вам истину, надо ее принять. А если сам священный Брахма скажет вам ложь, то ее надо отвергнуть, видимо иронично указывая на самого себя. Поэтому с информацией в Ананда-марге все окей. Но вот именно гуру-бог в Ананда-марге только Баба. Поэтому будь добр читать что хочешь, но знай кому поклоняться. Именно таким образом духовность и Бхакти-йога, то есть любовь и преданность к некоторой духовной идее, превращаются в гуруизм. Любите Бога. Бога вы все равно узнать не сможете, так как он трансцендентен, поэтому самое близкое, что есть к Богу, это Бог, воплощенный в человеческом теле. Баба есть Бог, воплощенный в человеческом теле, последний за 3500 лет. Любите Бабу. Причем я не знаю, почему стоит быть именно Марги, а не Кришнаитом с точки зрения Ананда-марги, ведь Кришна тоже Бог. Но в Ананда-марге к кришнаитам в целом очень хорошее отношение, а самые смышленные работники и вовсе ходят к ним на киртаны, чтобы затем вкусно наесться сатвичной пищей. Поэтому по идее можно, но не стоит. Скорее всего это объясняется тем, что у кришнаитов застарелые практики, а Баба, мол обновленный Тарака Брахма, дал людям более современные и совершенные практики. Ну а по поводу дал практики, есть статьи, которые рассказываю о том, насколько Баба дал, а насколько просто украл, позаимствовал практики и концепции из других духовных традиций. Тут же я в это углубляться не буду, заметив лишь то, что любой человек, хорошо знающий индийскую духовную философию, увидит, что практически ничего нового в Ананда-марге нету, а все ее нововведения – типичные New Age штуки, доносящиеся в 20 веке из любого приемника в более свободных странах. С вами Вивекананда, Саи Баба, Оша, Рамдас, Махариши Махеш Йоги и так далее. Итак, как именно выглядит гуруизм в Ананда-марге? Начнем с самых очевидных и распространенных в любой околосекте вещей. Конечно же, в любом джагрите, ашраме, месте для коллективных медитаций и так далее, стоит большой портрет Бабы. Чем больше, тем лучше. Европейские ачарьи относятся к этому более спокойно и просто имеют ухоженный столик с портретом Бабы и Пратиком, символ со звездой Давида и свастикой внутри, если кто не знает, о чем идет речь. Индийские же ачарьи имеют тенденцию доводить это до абсурда. К примеру, один индийский ачарья, главный в нашем монастыре, принудил Даду поехать на машине за цветами и купить штук 20 роз, чтобы поставить их около Бабы.
Что самое смешное в этом случае, это даже противоречит концепции Бабиного Праута, рациональному распределению ресурсов. Но все же, какой хороший гуру обвинит своего преданного за то, что тот берет деньги из пожертвований прихожан и тратит их на то, чтобы поставить цветы рядом с его портретом? Об отношении монахов к прихожанам я еще расскажу потом. Конечно же, на портрете у индийского ачарьи обязательно должны висеть гирлянды. Так любили их надевать Бабе, когда он еще озарял своим божественным присутствием Землю. Если кто не знает, в Ананда Марге верит в то, что Баба перемещался между планетами, потому что не только же одной Земле нужен Тарака Брахма. В общем, выглядит это все очень модно. Также после всех медитаций, как личных, так и коллективных, обязательно надо делать гуру пуджу. Об этом я расскажу чуть позже. И саштанга пранам. Саштанга пранам – это простирание гуру. Вот, в принципе, самые очевидные вещи, которые вы увидите в любой секте и, скорее всего, в любой духовной традиции. Теперь же перейдем к вещам более изощренным. И, так сказать, посмотрим на организм Ананда Марги изнутри, а не снаружи. Начнем с мягкого. Гуру пуджа. Гуру пуджа – это специфическая практика, выполняемая после медитации. Техника ее состоит в том, чтобы представить себе мысленно гуру, бабу, понятное дело. Подумать о своей проблеме, найти цвет этой проблемы, окрасить в этот цвет цветок лотоса и поднести его к стопам бабе. В таком случае баба избавит тебя от этой проблемы. Ну что ж, в принципе, а что плохого? От проблем избавишься, удобно. К сожалению, от проблем в жизни это не избавляет. Хотя психологически, особенно при определенном уровне так называемой преданности, очень воодушевляет и успокаивает, и после начинаются определенные психологические трудности. Для мирян, они очень четко отличаются в Ананда-марге от работников. Психологический механизм ограничивается только тем, что в какой-то момент при появлении любой проблемы ты просишь бабу помощи, чтобы ее решить, то есть попросту становишься слабее. Это очень знаменитая вещь в Ананда-марге, что все силы приходят тебе только от бога, бабы, но и все проблемы приходят тебе тоже только от бога, бабы. Так что просто танцуй, наслаждайся его божественной лилой и будь преданным. Это уже место, где понемногу начинается, простите меня, пиздец. Любой человек, бывший или находящийся сейчас в Ананда-марге, прекрасно поймет тот феномен, о котором я сейчас говорю. Внешний человек, и стоит это признать, иногда становится сильнее, потому что он чувствует божественную поддержку, и что он не один, и что все в любом случае лила. Но внутренний человек становится очень слаб, нагоняя на себя мысли о том, что он сам по себе ущербен, так как все его силы приходят только от бога, бабы, и что он уже вообще ничего не решает. Это уже то место, где начинаются манипулятивные сектантские техники. Ведь бабы давно нет в живых, а таким слабым человеком должен кто-то управлять и навязывать ему божественную волю. Такую обязанность берут на себя рабочие. Во второй части этой исповеди я разовью тему гуруизма сполна, одновременно показав отношения между рабочими и мирянами в Ананда-марге. Рабочие Ананда-марги. Апофеоз гуруизма. Все мы равны перед Богом, но не перед друг другом, это одна из основных иерархических мыслей любой секты. Ананда-марга не исключение. В Ананда-марге есть очень четкая иерархия, кто кому должен подчиняться. Миряне, понятное дело, во всем слушаются ачарьев. На европейском континенте это все более мягко. Чем ближе к Индии, тем жестче. Обожествление ачарьев в Индии – отдельная тема. В личной жизни это, конечно же, не так. То есть, у тебя есть свобода, когда ты мирянин. В этом плане Ананда-марга никак не проявляет тоталитаризм. Впрочем, если ты сделал что-то не так, ты должен сказать об этом своему ачарье и просить о наказании, согласно идеологии Ананда-марги. В основном так делают только неофиты. Марги же прожженные, грешат и радуются. Но до такой мудрости в секте доходят далеко не все. И поэтому грешат и просят о наказании, мол, дорогие дады или диди, накажите меня. Но вообще превосходство ачарьев проявляется во всем. Я лично не знаю ни одного настоящего марга, кто бы не преклонялся перед ачарьями и не считал их вообще чуть ли не святыми. Конечно же, все они говорят, ачарьи такие же люди, как и мы, не надо их обожествлять. Но втайне же и обожествляют. Я помню свои первые дни, когда я получил посвящение. До Ананда Марги я уже жил достаточно аскетичной жизнью и вообще был человеком дисциплинированным. Тогда я пришел в местное Джагрити, где сидели несколько LFT. Это рабочие на одну ступень ниже ачарьев. Прибывая в их компании, я чувствовал себя, будто сижу с Иисусами и Гаутамами. Я искренне считал, что каждый из LFT – помазанник Божий.
И когда я рассказывал им о том, как я практикую и что делаю, я тогда очень строго соблюдал всю дисциплину, которая была в Ананда-марге, а она достаточно жесткая. Они все очень сильно удивлялись, и говорили, что я чуть ли не святой, и сам уже живу как ачарья. А я сидел с невероятным комплексом неполноценности и думал, что они просто надо мной издеваются, сатирически меня вознося, и показывая еще больше свою святость, хотя они идеальны, а я ничтожен. Но после месяца жизни я понял, что к чему. Настолько безалаберных и недисциплинированных людей, как LFT, я не видел. Результатом всех их тренингов является абсолютный талант вести себя как святые перед маргами, вдохновляя их. На деле же, все, что они делают, это валяются на йога-матах, смотрят сериалы, играют в игры и сомневаются в бабе, шутя, что все мы находимся в секте и вся она скоро пойдет в гиенну. На самом деле дни с LFT в Ананда-марге, перед тем, как я сам отправился в монастырь, были самыми забавными моими днями в организации. Я никогда столько не смеялся и не шутил про секту. Где-то через 2 недели после инициации я был обучен всем шуткам про бабу, и LFT меня сделали как бы своим. Я с ними жил, и мы целыми днями ели сгущенку и шутили про то, что поклоняемся какому-то лысому мужику. А потом мы выходили на коллективные медитации и невероятно вдохновляли людей. Я до сих пор не знаю, как это работает, но это работает. Помню смешной случай, когда я жил в Джагрите без LFT. В какой-то момент я туда переехал и стал кем-то вроде полу-LFT. И меня попросили провести асана-класс для подписчиков, уроки медитации. Я согласился, но потом, за 2 часа до этого, я съел килограмм печенья и банку сгущенки. Я пошел в полуприпадке гулять на улицу, чтобы это переварить, но было бесполезно. Я просил бабу помочь мне переварить еду. Это распространенная практика среди LFT, но, понятное дело, он мне не помог. В общем, во имя бабиной миссии я принял на себя эту аскезу, и спустя 2 часа с полным желудком песочного печенья со сгущенкой я начал проводить асана-класс. Порядок асан был произвольный, и в какой-то момент меня надоумило сделать халасану, так называемую позу плуга. В итоге я ее сделал и сказал, что так надо делать 4 раза по 30 секунд, как и все асаны в Ананда-марге. Хотя почему так, никто не знает. Это уже личное нововведение бабы. В общем, через 15 секунд стойки в халасане я понял, что у меня открылся какой-то клапан, и вся моя еда из желудка пошла в пищевод. Я почувствовал, что я сейчас вырву сам на себя, и никакой благости в этом не будет. Я резко вскочил с места и сказал прихожанам: «Делайте асану, а я посмотрю, как вы соблюдаете технику йогической безопасности». В этот момент кусочки полупереваренного печенья начали вылезать в мой рот, и я начал их с мужеством проглатывать. Благо, все находились в халасане, и никто не видел моего позора. Я аскетично проглотил все печенье и закончил йога-класс божественной шавасаной, от которой одна пожилая женщина даже уснула. Так и прошел мой йога-класс. Итак, я отвлекся. В общем, даже этих LFT в Ананда-марге считают полусвятыми, хотя настолько психически искалеченных людей надо поискать. Они все очень странные, и вообще непонятно, что в их головах происходит. Ачарьи их используют как бесплатную рабочую силу, хотя на их хоть какое-либо адекватное содержание нужно тратить невероятное количество энергии. На всей истории соблюдения дисциплины от LFT мне и 100 страниц не хватит. Они нарушали дисциплину виртуозно, говоря, что все есть бабина игра, поэтому пофиг. Что, кстати, само по себе очень философски, с точки зрения космической лилы. Но совсем не по духу ачарьям, на которых они работают. Так вот, как же рассматриваются миряне с точки зрения ачарьев в Ананда-марге? Являются ли ачарьи теми самыми мучениками, принявшими на себя столько аскез, чтобы подарить людям духовность? Позвольте рассказать мне историю. Когда я приехал в новый ашрам к сборной солянке ачарьев, но в основном к индусам, я был заряжен свежим чувством миссии. Я действительно хотел помочь каждому человеку достичь духовности, и был готов отдать за это все. Именно поэтому я хотел стать ачарьей. Ачарьи же, к которым я приехал, были в основном люди в возрасте, от 40 лет и выше. Главному ачарье было где-то лет 45, и он управлял всем. Моему ачарье было примерно столько же. Я сразу же решил, что нам надо делать онлайн-программы, чтобы люди медитировали и больше никогда не страдали. Я начал постепенно предлагать свои идеи разным ачарьям, но они на меня даже не смотрели. То есть они их просто игнорировали, пропускали мимо и заставляли меня мыть туалеты и медитировать. Тогда я решился на отважный шаг, дать ачарьям лекцию, чтобы они поняли суть проблемы. Я подготовил лекцию, и через несколько дней попросил всех собраться в одной комнате.
Ачарьи собрались, мы сделали намаскар, я пододвинул доску, маркер и начал. Суть моей лекции заключалась в следующем. Мы – духовные дети Бабы. Чего Баба хотел бы больше всего? Баба хотел бы, чтобы мы весь мир сделали духовным, чтобы ни один человек больше не страдал, чтобы каждый был счастлив, и на это мы положили свои жизни. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас все есть. У нас есть дом, у нас есть еда, у нас есть одежда, у нас есть тепло. И это есть у нас постоянно, мы ни в чем не нуждаемся. Поэтому мы забываем про проблемы окружающего нас мира. А что происходит в этом окружающем нас мире? У людей там совершенно нету духовности, нету благополучия, и они страдают. В каком-то доме рядом с нами муж может бить жену, и на это все будут смотреть их дети. Кто-то сейчас ширяется в подъезде в соседнем районе. Кто-то кого-то избивает до смерти, кто-то напивается. Кто-то больше не может выдерживать жизнь, и в итоге кончает с собой. Все эти люди живут в страхе, ненависти, невежестве, всем им плохо. А нам тут хорошо. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы не делаем максимум для того, чтобы помочь людям вокруг нас, потому что мы забыли, как им плохо, скрываясь в стенах нашего ашрама. Это надо прекратить. Надо начать свой онлайн-курс и продвигать его, чтобы каждый человек мог получить духовность, чтобы каждый человек мог разобраться со своими проблемами и стать счастливым. Дальше я рассказал особенности и нюансы онлайн-курса, как мы его можем сделать и так далее. Вы знаете, что было дальше? Самый главный Ачарья сказал мне: «Окей, спасибо за лекцию. Что-то еще?» Я сказал, что высказал все, и он сказал, что мы затягиваем с обедом, и что мне надо идти готовить. Это буквально было так, без преувеличений. А через пару дней тот же Дада подошел ко мне и сказал мне: «Ты должен думать так. Пока я не научу одного человека медитации, я не буду есть. Еда, которую ты кушаешь, покупается на деньги. Нам нужны деньги, чтобы покупать еду, поэтому нам нужны новые люди». Я ему сказал: «Дада, почему ты думаешь о деньгах? Баба четко написал, что мы заботимся о людях, а он заботится о нас. У нас всегда будет еда, если мы будем думать про людей. Наш гуру Бог, мы должны думать о других и о их заботах, забыв про себя. А ты думаешь о том, где достать деньги. Это низко. Чтоб вы понимали, и я понял это только потом, когда уже ушел из Ананда Марги. Это был не просто главный ачарья в ашраме, это был один из самых главных ачарьев в Ананда Марге. А я был вообще никто, я был просто тип с улицы. И я смел говорить ему такое. Каждый ачарья его боялся, каждый ачарья безропотно ему подчинялся. А тут пришел какой-то фанатичный сектант и начал рассказывать господину Даде, что он не совсем духовный. Дада решил это пресечь, ответив мне следующее. «Послушай меня хорошенько. Это мой ашрам. Люди дают пожертвования, и я распоряжаюсь этими деньгами. Это все мое. Ты тут мой работник. Я тебя буду кормить и содержать без проблем. Но ты должен меня слушать, и слушать то, что я говорю. Потому что ты сюда приехал не как гость, а как работник. Ты понял?» Но господин Дада совсем не понимал, с каким типом человека он общается. Я ответил: «Дадя, у тебя нет ничего твоего, это прописано в кодексе Аватхут, все принадлежит Бабе, не так ли?» Дада улыбнулся: «Это так, но этот дом записан на меня». Я ответил: «Он может быть записан на кого угодно. Баба сказал, заботьтесь о моей миссии, а я буду заботиться о вас. Я приехал отдать сюда свою жизнь ради моего гуру и его миссии. Поэтому я буду слушать его, а не кого-либо другого. А мой гуру говорил мне забыть про себя и думать только про других. Ты же думаешь про деньги. Одному ли гуру мы поклоняемся?» Дада очень жестко посмотрел на меня и сказал: «Я тут главный ачарья. Ты еще даже не LFT, ты не прошел свой тренинг. Ты не имеешь права со мной так разговаривать. Пойди поубирайся в туалетах и убери всю кухню после готовки и подумай над тем, что я сказал. Ты понял?» В кодексе работников Ананда Марги действительно есть правило никакой логики, только строгое подчинение приказу. И я ему сказал: «Хоть я не прошел тренинг, но я уже живу как ачарья, и ты это видишь. Что ж, ты мне приказываешь пойти убраться, и я уберусь. Но я сказал свое слово, и я от него не отступлюсь. Подумай над тем, что я сказал». Он посмотрел на меня с ненавистью. Так и закончился наш диалог. Смотря на Ананда Маргу в ретроспективе, чистый душевный порыв в ней – редкость и исключение, а не правило. В основном он проявляется у неофитов, получивших максимум второй личный урок, и, возможно, у каких-то крайне фанатичных людей, к примеру, как я.
Я действительно пошел в Анандамаргу, чтобы служить миру, и готов был понести любую жертву для благополучия людей. Для себя же мне ничего было не надо, так я себя воспитывал много лет. Мой подход был принят негативно, потому что, я, мол, еще молодой, и не знаю, как все устроено. Нет, дяденьки, вы извините, это вы, по всей видимости, не знаете, как устроен духовный мир, о котором писал же ваш собственный гуру. Духовность – это когда забываешь про себя, забываешь про свои нужды и идешь служить Богу. А кому служите вы? А про что думаете вы? Про собственное благополучие вы и думаете, про благополучие ашрама, про благополучие Анандамарги. В конце концов, Анандамарга должна служить людям. Но, в итоге, как и любая духовная организация, в конце концов, она служит лишь самой себе, смирно подчинившись мировому порядку. Ты должен приспосабливаться к миру, ты должен приспосабливаться к миру. Расскажите это Франциску Ассизскому. Кстати, Баба говорил, что он был христианский святой, который вошел в Ниргуна Брахму. И он не думал про свой ебаный ашрам. Но никому не было дела до людей. Все монахи, которых я видел, руководствовались только бабиной миссией. Что происходит с людьми, им плевать. Потому что это их самскара. Что ж, по всей видимости, любая идеология заканчивает тем, что оправдывает человеческую праздность и безразличие. Анандамарга не исключение. В те полгода, в которые я жил в монастыре, и практически все свое время посвящал садхане, я старался как можно больше разговаривать с другими людьми, чтобы помогать им с их духовностью. В принципе, моя жизнь крутилась вокруг садханы, разговоров с людьми и мытьем туалетов. Кстати, самый главный дада до последнего дня меня ломал. Когда я выдраивал всю квартиру, он говорил мне, что это делаю не я, а баба. Сначала я ему давал протесты с точки зрения идеологии Анандамарги, но в конце я перешел на язык чистой иронии, отвечая что-то в духе. Да-да-да, как хорошо, что есть баба в виде индийских ачарьев, которые не умеют убирать за собой и живут в грязи, чтобы был баба, в форме меня, который наводит чистоту. В конце наши отношения перешли в абсолютную взаимную ненависть, и мы старались просто не пересекаться друг с другом. Несколько раз мы даже чуть не подрались, но по всей видимости он не рискнул. В конце я просто обвинял его в том, что он совершенно не следует идеологии, и что он плохой монах, а он обвинял меня в том, что у меня эго несовместимое с работой в организации, и что я слушаюсь не бабу, а самого себя. Что ж, самое смешное, в конце концов мы оба были правы. Отношение таких монахов, топ-менеджеров Анандамарги, к мирянам примерно такое. Духовно хилые людишки, выполняющие минимум садханы, так как это наставление бабы, и приносящие в организацию деньги. Потому что в чем суть Анандамарги? В миссии бабы. Что нужно для миссии бабы? Монахи. Что нужно монахам? Деньги. Работают ли монахи на обычных работах? Нет, очень редко в виде исключений. Откуда они получают деньги? От людей, которые работают. Судят же они людей по тому, как те преданы бабе. Уголовник, раскаявшийся и предавшийся бабе, будет в их глазах выше, чем святой человек, бабы не признающий и даже не знающий. В основном, это люди с минимальным образованием и без способности мыслить вообще, не то чтобы даже критически. Если же таковая способность у них все же имеется, то направлена она на что угодно, но не на Анандамаргу. Эти люди, не исследователи духовного мира, эти люди, солдаты своего гуру, готовые сделать за него что угодно. Из всех работников Анандамарги я могу назвать только пару человек, которые меня восхищают в человеческом плане. Все остальное – жалкие сектанты, фанатизм которых или угас с возрастом, и они просто живут бренную жизнь за счет других, вяло давая им какие-то заученные духовные речи, или попросту направлен только на себя и свою садхану, так как у всех разные самскары, поэтому можно закрыться в будке и медитировать. Конечно же, я видел не всех работников Анандамарги, и я уверен, что среди них очень много достойных людей, особенно если они искренне следуют идеологии и имеют какой-либо человеческий бэкграунд в виде образования, воспитания и культуры. Но в основном против таких людей в Анандамарге объявлено что-то вроде войны, так как любой секте нужны не свободные умы, приносящие идеи, а духовные солдаты, выполняющие приказы. Позвольте мне рассказать еще одну историю. Как-то к нам в монастырь, когда я проходил самую интенсивную часть своего тренинга, приехал парень. Он узнал об Анандамарге от какого-то испаноязычного дада на ютубе, живущего где-то в горах и дающего вдохновляющие лекции. Насколько я понял потом, это был дада из другой Анандамарги.
Ананда Марга в какой-то момент раскололась и поделилась на две. В этой Ананда Марге монахов из другой Ананда Марги не любили. Он нашел Ананда Маргу в своем городе и пришел к нам. Конечно, первый человек, которого он встретил, это был я. Мы с ним перемолвились, и я понял, что это человек с очень большим духовным энтузиазмом. Затем я познакомил его с моим дадой, это был очень вежливый европейский монах, который любил общаться с людьми по Фейсбуку и медитировать. Дада сказал, что он может присоединиться к нам в тренинге, потому что он действительно обладал какой-то невероятной духовной жаждой и уже знал много чего об идеологии Ананда Марги. Он спросил разрешения у главного Дады, главный Дада сам познакомился с этим парнем, сказал, что инициирует его лично, и что ему можно взять участие в тренинге. Так с нами в монастыре стал жить еще один парень, я буду называть его Алекс. В общем, я сразу же начал помогать Алексу на его духовном пути и давать ему советы, как медитировать лучше всего, а я тогда медитировал много и хорошо. Ему нравилось проводить со мной время, и в основном мы просто медитировали и общались. Он действительно был хорош, через неделю после инициации он уже мог медитировать больше 1 часа за раз, и спокойно выдерживал 4 дневных медитации, которые полагаются всем работникам Ананда Марги. Но что я тут хочу рассказать? Стоит начать с инициации. Вечером в наш монастырь пришел главный Дада. Дады жили в одном монастыре, а мы в другом. Он инициировал нашего парня в другой комнате, и затем вышел с ним. Он приказал ему сделать со штанга пранам фотки гуру. Стоит ли говорить, что во время, когда там никого не было, я заменял фотку гуру на белую доску, на которой я маркером нарисовал портрет этого главного Дады, и мы все поклонялись ему и дико хохотали. Я даже придумал мантру, имя Дады нам кивалам, с которой мы пели Акханда Киртан, держа его портрет в кругу. В общем, Алекс сделал саштанга пранам. В это время мы сидели с моим Дадой в паре метров от этого и что-то обсуждали. Алекс поднялся, и Дада ему приказал, спонтанная идея, поклониться в ноги моему Даде и попросить у него благословения. Господи, видели бы вы лица всех. Больше всего удивился мой Дада. Мы все странно переглянулись, и в воздухе витало что-то вроде. Что за херь тут вообще происходит? Алекс стоял неподвижно, но я сразу понял, что к чему, взял момент, первым упал в ноги Дадя и начал иступленно говорить. О, Дададжи, могу ли я просить твоего благословения? Благослови меня на моем духовном пути. Мой Дада мягко улыбался, понимая иронию происходящего, хотя все же чувствуя себя неловко. Алекс тоже лег рядом со мной, и мы оба лежали в саштанга пранаме перед моим Дадой. Главный Дада был злой, ему не понравилось, что я сатирически перековеркал его приказ. В общем, так прошла инициация. Через недельку главный Дада сказал, что нам надо делать карма-йогу, приходить в их монастырь и убирать его каждый день, представляя, что все есть баба. Я тогда сказал Даде, что неправда, мол, что карма-йога есть действие бескорыстное, никак не направленное на себя, но направленное исключительно на других. Верно? Спросил я его. Он сказал да. Поэтому я сказал, что я буду делать настоящую карма-йогу, и поэтому я буду поднимать мусор с улиц, но не буду убирать в монастыре, так как в монастыре живем все мы, и это не будет бескорыстным действием. Дада сказал мне, что это приказ, а я сказал ему, что он может назначить мне наказание за непослушание, и что глупых приказов я выполнять не намерен. В общем, я каждый день действительно выходил с мусорным пакетом и перчатками, и просто убирал улицы. Ох, видели бы вы, как странно смотрели на меня люди. Но брат Алекс подчинился Даде и пошел убирать монастырь. В итоге оказалось так, что другие ребята убирали общие монастырские помещения, а брат Алекс должен был убирать комнату этого Дады. Еще через неделю это стало его ежедневной обязанностью. И когда монастырь был чист, остальных ребят отправляли на какую-то другую карма-йогу, а брат Алекс всегда шел и убирал грязную комнату индийского ачарьи. Когда же он шел на это дело, я в основном прогуливался по улице. В один момент, не знаю, что случилось с братом Алексом, он подбежал ко мне и начал кричать на меня. Какого хуя ты гуляешь по улице, когда у нас карма-йога? Да, действительно, ты прав. Сейчас я тоже пойду делать свою карма-йогу. Нет, нихуя. Ты пойдешь со мной и будешь убирать монастырь. С чего это вдруг? Что, там нет монахов, которые могут его убрать? Потому что мы все ходим убирать монастырь. Один ты не ходишь. А с чего бы мне туда ходить и подтирать столы за грязными монахами? Потому что это приказ. А если бы они мне приказали им лонготы, трусы монахов стирать? Закрой ебало,
Я тебя сейчас отпизжу. Но, во-первых, подожди со мной драться, ты знаешь, что я это тоже умею. А во-вторых, что конкретно тебя не устраивает? То, что пока все братья трудятся, ты занимаешься хуйней. По-твоему, уборка улиц — это хуйня? Да. Почему? Потому что они все равно будут грязными. Я же убираю улицы не для того, чтобы они были чистыми. Я убираю улицы для того, чтобы очищать свой ум бескорыстной работой, давать плоды моей работы нашему гуру. К тому же улицы действительно стали чище. Но ты должен убирать монастырь. Кто это сказал? Баба? Это сказал Дада. Я приехал сюда служить бабе, а не Даде. А ты? Первое правило LFT – никакой логики, только строгое подчинение приказу. Баба говорил, когда Брахма предстанет перед тобой и скажет глупость, откинь ее. Но когда ребенок предстанет перед тобой и скажет мудрость, воспользуйся ею. Алекс, ты знаешь правила Аватхут? Какое правило Аватхут? Когда ты можешь сделать что-то сам, сделай это сам, без помощи. Ты знаешь, зачем это правило? Зачем? Чтобы не росло эго и не росла праздность. Потому что можно набрать 5 таких LFT, как ты, и заставить их все делать. А самому валяться в кровати и разговаривать со своими индийскими друзьями, как делает это уважаемый Шри Шри Дададжи. Согласно идеологии, они сами должны убирать свой монастырь, и тем более, свои личные комнаты. А что делаешь ты? Ты приходишь в его свинарник, заваленный его сальными волосами, и счищаешь их веничком. Скажи мне на милость, почему я должен делать то же самое? Потому что это приказ. Тебя сломали. Что, блять? Тебя сломали, говорю. На этом моменте уважаемый Алекс со всей силы меня толкнул на проезжую часть. Правда, я не упал, я был немного крупнее его. Это компенсация? Типа, посмотри, я стираю ланготу за Дададжи, но я все еще мужчина, я могу тебя толкнуть. Да хоть дай мне поебалу. Факт, что ты убираешь личную комнату за праздным, сальным монахом, никак не поменяется. Это твой выбор, делать разумное или делать неразумное. Твой выбор, слушать глупые приказы или нет. Я не слушаю, Дада мне не авторитет, я его вообще презираю, он слишком глуп для начальника, к тому же больно неприятен для духовного человека. Ты же слушаешь его, хотя видишь, что ты сам духовно развитей, чем он. И вопрос, кто кого еще слушать должен? В любом случае, я рабом быть не хочу. А ты? Я не раб, я LFT, который выполняет приказ. Мы тут для того, чтобы уничтожить свое эго и достичь слияния с высшим сознанием. С каких это пор уборка грязи за ленивыми монахами стала духовной практикой? Может быть, твой испанский Дада так говорил? Найди мне такие его слова, я пойду языком вылизывать эту ебаную комнату. Я тебя сейчас ударю. Ну давай, продемонстрируй мне свою духовность. В этот момент по дороге проехала огромная фура, которая буквально оглушила нас своим звуком и чуть меня не сбила. Мексиканский водитель нам что-то проорал. Это нас успокоило. Мы посмотрели друг на друга, и я сказал: «Ладно, брат, мы с тобой друзья. Я ради тебя готов пойти и в этот день убраться в монастыре, в общих местах, в кухне и так далее. Даже туалет и готов мыть я уж в этом виртуоз. Но запомни, что я это делаю ради тебя и ради нашей духовной дружбы. Мне настолько поебать на то, что сигналит там своими пухлым ротиком господин Дададжи. Я – духовный солдат бабы, а не духовный солдат грязного сального монаха. Я приехал сюда, чтобы выполнять духовную миссию, а не счищать копоть с его лангот. Это мое убеждение. Если мне надо будет с тобой из-за него подраться, так тому и быть». «Хорошо, идем». В этот день, ох, как я драил унитазы, друзья, ох, как я их драил. Мой Дада поговорил со мной и сказал, что мои отношения с главным Дадой очень напряженные. Я сказал, что я не буду чистить монастырь. Дада предложил мне компромисс, работать в саду при входе в ашрам. «Тогда люди будут видеть, как у нас красиво, и заходить к нам чаще», — дипломатично заметил он. Чтоб не портить отношения с ним и с братом Алексом, я согласился на эту работу. В конце концов Алекс поговорил со своим Дадой, и тот ему разрешил работать в саду и убираться у него раз в неделю. В общем, с Алексом мы начали дружно работать в саду, так и не подрались, и ситуация закончилась вполне цивилизованно. Не скажу, что я тут прав, но эта история не для того. Трудно быть правым, когда не правы все, и каждый не прав по-своему. Я лишь хочу показать, как работает система подавления в Ананда-марге, и что в конце концов, из человека с духовной жаждой, ты постепенно превращаешься в раба ачарьев. И это ждет, так или иначе, всех людей, которые захотят идти в Ананда-маргу поглубже. Обещаю раскрыть тему гуруизма. Даже при мертвом бабе, он остается как бы всем заправлять.
Мистика ли это? Нет, простое самовнушение. Когда ты начинаешь входить в ананда-маргу поглубже, тебе начинают внушаться два комплекса, комплекс неполноценности и комплекс присутствия. По сути, те же самые комплексы внушаются тебе и когда ты мирянин. Просто чем глубже ты уходишь в ананда-маргу, тем интенсивнее они в тебя всаживаются. Комплекс присутствия заключается в фразе Бабы из Анадаучинамритам, главная литература маргов. Я не помню ее точное звучание, примерное было таковое. Как стать духовным человеком? Всегда помни, что Парама Пуруша следит за тобой. Big Brother is watching you – это классика в ананда-марге. И она навязывается как бы с целью получения духовности. Ведь это Бог смотрит за тобой, то есть ты думаешь о Боге, но в то же время вспомним, в ананда-марге Бог равно Баба. Поэтому практикуя это, ты все время думаешь, а потом и чувствуешь, будто тут есть управляющий Баба, насаживающийся на тебя весом своей тоталитарной философии. Про тоталитарную философию пункт номер 2, комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности заключается в другой бабиной фразе. Помните, все ваши силы от Бога. Но от Бога исходят и проблемы, так что Бог сам все решит. Опять-таки, мудрые рабочие пользуются этой фразой в свое удовольствие. Если Бог все решит, то зачем париться? Думая об этой фразе, медитируя на нее, появляется чувство, что ты – дерьмо. У меня есть маленькая хорошая история, чтобы это показать. В один из весенних, еще холодных дней, заболел наш самый старший ачарья. Ему было около 80 лет. Это дада, который делает вишеш-йогу. Высшая форма йога в ананда-марге, считающаяся элитарной. Я очень забеспокоился о нем, подошел к главному даде и спросил, чем я могу ему помочь. На это главный дада посмотрел на меня злобно и ответил мне повышенным тоном. Запомни, ты ничем никому не можешь помочь. Эта баба решает, что ты можешь, а что нет. Помни это. Как вам такая история? У меня их очень много. Я не буду разглагольствовать, я просто дам это вам как факт, который подтвердит и раскроет любой экс-работник марги, также любой экс-марги, который погружался в организацию или учение. Чтоб вы понимали, насколько сильно влияет эта философия на повседневную жизнь. Один ачарья поделился со мной секретом, что когда он кушает, он закрывает глаза и представляет, что он кормит не себя, а бабу. У меня у самого было много самых психоделических штук в этом плане. Я представлял, что я и ем бабу. Я представлял, когда я моюсь под душем, что эта баба омывает меня своей милостью. Когда делал самомассаж после асан, представлял, что я массирую не себя, а бабу и так далее. В общем, я действительно фанатично погрузился во все это и прожил это сполна. Это то, что поощряет идеология ананда-марги и ачарьи. В результате мне потребовалось длительное лечение психики, чтобы отойти от всего этого и снова начать жить благородным и достойным умом, а не умом, искаженным и исковерканным от тоталитарных практик ананда-марги и ее порядком в организации. Подытоживая мысль гуруизма, в ананда-марге есть четкая система иерархии, которую дал Баба. Она выглядит примерно следующим образом. 1. Президент ананда-марги, раньше это был Баба, сейчас просто главный ачарья. 2. Главный секретарь, секретарем называется ачарья-менеджер в ананда-марге. 3. Секретари секторов, всего их 9 по миру. 4. Секретари регионов. 5. Секретари юнитов и прочее, связанные с джагрити, уже не обязательно ачарьи, часто это марги. 6. Миряне. Снизу вверх навязывается комплекс неполноценности. Никакой логики, строгое подчинение приказу. Первое правило работников Ананда Марги, начиная от LPT и LFT. Но даже для мирян, не имеющих LFT, это правило должно соблюдаться. Надо слушать приказ начальства, но в то же время каждый ачарья, стоящий выше другого, имеет комплекс неполноценности перед бабой, так как он годами себе внушал, что даже ложки в рот без милости гуру засунуть не способен. В итоге выходит такое невероятно сильное подавление личности, выдающееся как борьба с гордыней. А вообще запомните, каждый раз, когда вам говорит человек свыше, что вам надо ломать гордыню, чтобы преуспеть на духовном пути, в 95% случаев это манипулятивная практика, чтобы сломать вашу личность и сделать послушным сектантом, навязав тот же самый комплекс неполноценности. Ни один ачарья, которого я уважаю, никогда не сказал бы такого. Он мог что-то заметить, где-то поправить и так далее, но фразы «ты горд, тебе нужно сломать эго» от них прозвучать не могло. Поэтому, когда вы слышите такое духовное правило, то знайте, вас ломают под предлогом идеологии. Потому что фраза «растворить свое эго»
Смерть эго и так далее является медитативным состоянием, духовным переживанием, а не поломкой вашей личности, что просто нездорово ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения психологии. Если видите такое, бегите. Духовности вы там не найдете. Итак, что такое гуруизм у работников? Гуруизм у работников – это медитации на гуру минимум 5 раз в день, 4 раза 6 урок, 1 раз – гуру сакаш. Постоянные саштанга пранамы гуру, не только после медитации, а и во время дня, когда надо принять какое-то решение. Я помню, один дада даже заснул в саштанга пранаме. Везде развешаны фотографии гуру. Второй урок – постоянное напоминание, что все есть твой гуру. Акханда киртаны вокруг фото гуру. К примеру, в моем тренинге это были трехчасовые акханда киртаны через день на протяжении 3 месяцев. И следующее из всего этого, из идеологии фанатичной, бредовые мысли по типу «закрываешь глаза и кормишь гуру», считаешь, что тебя поливает из души твой гуру, моешь стену, представляешь, что моешь гуру, делаешь самомассаж после асан, представляешь, что делаешь массаж гуру. Я даже слышал историю от одного марги, что он, когда мастурбирует, представляет, что ему мастурбирует гуру, чтобы не словить самскару и когда-нибудь бросить мастурбировать. Ну что ж, мой друг, удачи тебе в этом. В итоге, обладая таким менталитетом, работники считают, что это верх духовности, и, понятное дело, так или иначе влияют таким образом на обычных марги. Обычные марги чувствуют себя неполноценными передачарями, хотят получить больше духовности и в конце концов заканчивают уже 2 комплексами – неполноценность перед ачарьями и неполноценность перед Богом, всемогущим Ранджаном Саркаром. И если вы думаете, что это все шуточки, спросите любого адекватного марга, он вам это подтвердит, если он искренен, что очень вряд ли. Продолжение следует.